Очередная посылка из Китая дошла за 16 дней с момента заказа, шла через SF-Express, то есть по новой почте. Продавец отправил в тот же день. Ну и как вы уже прочитали в названии, здесь беспроводная клава i8. Давайте вскроем посылку и посмотрим на нее. Дополнительно у нас в пупырках, потому что у нас такой обычный мусорный пакетик. И вот она, наша клава беспроводная, мини-кейборд. Тут какой-то еще, блин, штемпель со штрих-кодом 19.21.09. Угу. Не очень свежая, да, но все же. Здесь у нас нарисовано, что коннектится абсолютно ко всему, к Xbox, к PS, компам, планшетам, ноутбукам, Android Box, телевизорам, к телефонам, смартфонам, короче, ко всему коннектится, куда можно втыкнуть USB адаптер. Давайте дальше распакуем. Это у нас USB шнур для зарядки, micro USB. И вот она сама клава. Здесь у нас мануалочка, что она у нас коннектится ко всему. Вот характеристики. Вкратце, кому интересно. Весит 110 грамм, размеры 146.8 на 97.5 на 19 миллиметров. Расстояние, на котором она работает, 10 метров, но я не знаю, кто на 10 метров к чему-то коннектится. Ну, 5 метров, да, я проверял, 5 метров работает, но 10 метров, я не знаю, что можно на 10 метров управлять. Не, что у вас там телевизор 5 или 7 метров диагонали, и вы там на 10 метров от него его клацаете. А так, блин, я не знаю, для чего это 10 метров. Мощность у нас плюс 5 дБ. Мощность передачи у нас плюс 5 дБ. Напряжение 3,3 вольта. Рабочий ток 50 мА, ток зарядки 300 мА и в режиме ожидания, ну, сна 1 мА. Ну вот, в принципе, как бы все. Вариант А у нас слитие батареи, вариант Б у нас ААА. Это у нас вариант А с литионной батареей. Тут должна быть батареечка с Nokia Connect and People. И вот она сама, наша клава. И те, кто видел обзор на вот эту вот клаву, скажут: а нафига тебе вторая клава? Она, кстати, включилась у нас. Что ж такое, включенная кнопка была? Да, была включенная кнопка, и как бы там вот не разрядилась батарейка, я не знаю. Так вот, скажите, нафига тебе вторая клава, ведь у тебя есть. А эта клава обычная, без подсветки. Они, в принципе, один в один, это две одинаковых совсем клавы, но здесь вот есть подсветочка, видите, вот кнопочки так вот с обводочкой, с белой, и там вот у нас подсветочка в этой обводочке. А это без подсветочки. И это у нас на батарейках, а это на аккуме. Кстати, он там стоит, вы уже увидели, что светится, вот я вот клацал, и он, лампочки начинали тут уже блымать у нас. Так вот, нафига себе я взял? У меня ж ведь вот такая вот есть. И когда я делал обзор на эту вот клаву, я говорил: да нафиг мне эта подсветка, фу-фу-фу, она мне не нужна. Да, я так говорил, потому что с подсветкой стоило на 100 с лишним гривен дороже. Точно не помню, как бы не на 150. Но прикол в том, что вот эта клава стоит 5,50 баксов, а эта клава стоит 5 баксов. Всего на 50 центов у нас есть подсветка. Ветка Акум BL5C на 1020 миллиампер нокиевский. Батареечки сюда вставлять нельзя, здесь вот уже вот нету контактов. Если вот у нас тут здесь наоборот, здесь вот под батареечки контакта, а вот здесь под аккумулятор нет, то вот здесь наоборот, под Акум есть. Это у нас свисток, Wi-Fi адаптер. Я думал раньше, что Bluetooth. Нет, нифига, это Wi-Fi работает на 2,4 ГГц, то есть стандартный Wi-Fi. И вот без этой штуки ее не законнектишь. Надо втыкать в USB-шку, и потом она коннектится моментально. Коннектится, еще раз повторюсь, абсолютно во все. Вот куда можно воткнуть USB, вы законнектите эту клаву к этому устройству. Гнездо у нас USB здесь есть. И здесь есть, но здесь у нас не рабочая, а здесь у нас рабочая. Должна идти зарядочка. Так что вот почему взял себе еще одну клаву. Я когда ее увидел, такой, блин, думаю, почему я вот раньше не увидел эту клаву, а вот увидел вот эту. Я, конечно, взял бы себе эту. Но так как она была 50, я думаю, блин, ну невозможно не купить, надо брать. Пригодится. Две клавы, найду им применение. Места много не занимают, есть не просят. В крайнем случае можно будет
продать. Но это навряд ли. Буду с двух рук вот так вот печатать. Раз. На компу на одном, на втором, там на телеприставке, на смартфоне. Классная штука. Буду юзать. При том, что здесь вот там аккум сел, сюда батарейки встал, хобача, и батарейками чатишь. Если свет потух, настал апокалипсис, и только можно батарейками управлять. И только остались одни батарейки, аккум не зарядишь, так как света нет. Чикс, опача, и F2. Ну это красота. Давайте сейчас повырубаю свет, чтобы получше было видно. Вот так вот у нас все светится. А вот так вот, да, видите, быстрая вот. Красный, желтый, зеленый, синий, темно-синий, светло-синий. Ну, 8 должно быть цветов. Красный. Фиолетовый. Прикольно. Я не знаю, на камеру видно или нет. Давайте я вырублю и эту лампу. Вот, осталась у меня лампочка, которая в комнате светит. Вот, так будет, наверное, получше видно, да? Вот фиолетовый, синий, еще раз, зеленый, желтый, синий, синий, фиолетовый, красный еще должен где-то быть. Опять синий, вот красный. Смотрите, там надо было свайпнуть и там в нижнем часть тачпада. Ну так написано было в описании. Здесь получается не свайп, вот просто жмешь вот. Красный, желтый, зеленый, 3, 4, 5, 6. Намахали. По-моему, 7 должно быть или 8, я точно не помню. Или я где-то провтыкал. Вот смотрите, вот желтый такой. А это вот светлый такой, желтый. 7 цветов получится. Да, 7-цветная. Класс. Вот так должна вырубаться. Нет, не вырубается. Чего не вырубается? Должно же, по идее, вырубаться. Вот, все, вырубилось. Так что вот такая вот классная клава с подсветочкой за 5,50 баксов. Ну и давайте, наверное, ее законнектим к телефону. Ну к чему еще? И так как у меня вот этот мой кабель тугой, что пипец, что-то как-то я не хочу в него втыкать, то что в прошлый раз еле выколопал этот свисток отсюда, я нашел вот такой вот переходничок у меня с Type-C. И вот такой вот, надеюсь, ATG кабель мой допотопный. А может не ATG, у меня несколько таких кабелей, и там один ATG, один обычный. Давайте проверим. ATG это ли не ATG, втыкаем наш свисток. Hello, Moto. Что он нам тут пишет, мотор наш? Настройка внешней клавиатуры. Нажмите, чтобы выбрать язык раскладку. То есть, все, он определил, что это свисток нашей клавы. Клава у нас была законнектена или нет. Давайте законнектим нашу клаву. Off. Ну и давайте что-нибудь откроем. Какой-нибудь Google. Что-нибудь попишем. Видно, нет? Я пишу. Видите, пишет. Enter. Сейчас должно нам билиберду всякую высветить. Хрен вам. У нас интернет подключен. Что-то там обнова погнала качаться. Так, delete. Еще блин узнать, как она на русский переключается. Ну да ладно. Давайте проверим тачпад наш. Вот он наш тачпад. Все у нас работает. Вот она наша мишка. Мишка мишек насушила. Давайте напишем. Мишка. Он умный, должен перевести. Вот мишка. Он нам мишку показал, да? Какую-то тут хрень пошла моля мишка. Короче, одним словом, все у нас работает. Даже громкость можно делать. Видите, замутили, размутили, прибавили громкость. Убавили громкость. Вообще, штука классная, обалденная. Превращает ваш смартфон в мини-компьютер. Классная штука. Кстати, кабель ОТГ, как вы уже поняли. Давайте такой вот эксперимент. Сейчас проверим. Сделаем такую шнягу. Оттыкнем. Не перепутать. Это у меня с этой клавы. И с этой клавы подтыкнем свисточек. Они у нас универсальные. Или каждый коннектится только к своей клаве. Так, то, что ты определила, что это у нас свисточек от клавы, это молодец. Escape. Работает или не работает? Подождите, стоять. Так, у нас, наверное, отконнектилось. Видите, на этот вот свисточек не хочет работать с этим свисточком. Получается, если вы законнектите две клавы, то они друг другу мешать не будут. Не работает. С этим свисточком не работает. То есть какая-то у них привязка по свисточкам есть. Может как-то по MAC-адресу. Как-то у них какая-то привязка есть. Видите, сейчас я втыкну
листочек наш, вот этот, родной, любимый мой родной, и сразу он погнали, и сразу у нас все печатает. Получается, свисточки у них свои. Ну, это хорошо, вы одновременно можете законнектить две клавы, и она друг на друга действовать не будет. Даже, в принципе, наверное, можно в комп сразу два свисточка зафигачить, и они будут работать на одном компе, только через свои свисточки. То есть, нормально. Сделано не через ОП, а так бы сосед ваш сидел за стенкой и печатал бы вам на компу матюки всякие. Ну, и, в принципе, как бы рассказывать больше, показывать нечего. Клава прикольная, мне очень нравится. Компактно, удобно, можно одной рукой печатать, можно двумя руками печатать, можно джойстиком, можно мышкой, можно вот правая кнопка мышки, но это если на компу, тут такое не действует. На смартфоне можно громко сделать. Так что угодно можно делать, можно он песни листать. Это классная штука, недорогая. Во всяком случае, вот эта вот, которую я купил, недорогая, но это тоже недорогая, без подсветки. С подсветкой, конечно, понтовей, да, но можно запросто пользоваться и без подсветки. Я пользуюсь без подсветки. На 5 метров точно коннектится. На 10 метров, не знаю, как проверить. Это надо выходить на улицу, не знаю. Короче, поверим, что на 10 метров она работает тоже. Если на 5 работает, почему на 10 не должна работать? Ну и, в принципе, все, рассказывать больше-то нечего. Кто хочет себе такую классную клаву с подсветкой, а также без подсветки, ссылку оставлю в описании, переходите и заказывайте. Только вот я не знаю, на момент зарядки видео, будет ли вот такая вот клава по 5-50 баксов, потому что у него там осталось уже несколько десятков, там 20 чем-то штук, поэтому как бы возможно и не будет, а возможно он опять закупится и будет продавать. Так что ссылочка в описании, переходите, смотрите. Если нет, то я на похожие клавы еще ссылочку там оставлю, можете там посмотреть по ценам, подешевле выбрать. Еще раз повторюсь, клава классная, как и это. Так, и вот это, конечно, по понтове с подсветочкой, но это тоже классная. Еще раз повторюсь, ссылка на нее тоже будет в описании. Переходите и заказывайте. А кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео, и не забудьте нажать на колокольчик. Хотя хрен с этим колокольчиком, не забудьте нажать на лайк и подписаться.